Полотенце новое, упаковка, второй пакет. Вот таких они в упаковках, 100% хлопок. Либо по одному большому упаковке, как здесь, 100 на 107 сантиметров. Либо по три упаковки, вот как здесь. Три полотенца, одно большое, другое среднее, другое маленькое. Пример полотенца я показывал в прошлом видео. Сейчас я вам покажу, какие по размеру. Одно большое. Три. Большое и большое.